Выставка произведений в стиле батик. С нее галерея начинает новое десятилетие жизни. В 2006 году с этой выставки начнется и новый подход к работе. Теперь здесь будут не просто искать талантливых художников, помогать им подниматься, выставлять картины. Теперь таланты будут растить. Руководство галереи приняло решение. Мастер-классы будут проводить регулярно. И батик – это только начало. Здесь есть все необходимое для занятий живописью. Мольберты, краски, кисти, холсты, а главное – художники, которые готовы научить, готовы делиться своими знаниями со всеми желающими. А таких немало. Кстати, именно по их просьбе здесь решили проводить мастер-классы. В галерее объясняют это тем, что у риутовчан всегда была потребность в духовной пище. Наш город как бы художественный, и поднимать галерею совершенно несложно. Вы же знаете, мы даже создали союз художников. Год 2008. В картинной галерее мастер-классы стали плановыми мероприятиями. Они рассчитаны на все категории граждан. Вышивание гладью и бисером для дам. Изготовление гобеленов для всех желающих. Для юных риутовчан по правилам написания картин, их структуре и особенностях работы художника. Эстафетную палочку юным ценителям искусства передают художники Центра эстетического развития. Мастер-классы обычно повышают, ну, будем так сказать, и ремесленную основу художника, и, собственно говоря, идет такой обмен духовным опытом. Один художник у нас, Левин Дмитрий, показывает работу мастихином, вот, то есть это более быстрая такая живопись. Другой будет художник у нас, значит, Алексеев Юрий, будет показывать работу уже более классическую, значит, как положено, это кисти, краски. Первичное представление о мастерстве у слушателей есть. Работы некоторых участников уже на стенах галереи. О тех приемах, которые еще неизвестны юным художникам, рассказывают профессионалы. Кисть можно использовать и синтетическую. На начальном этапе важен не состав, а соблюдение основных правил. Как создать первичный набросок, научиться смешивать теплые и холодные тона. Это сложно, но ребята схватывают ценные уроки на лету. Практику по ходу наработают, а вот теоретическую базу только на таких мастер-классах и получают. Еще несколько занятий, и можно персональные выставки устраивать. Выставки детского творчества, правда, коллективные, в Реутовской картинной галерее проходят постоянно. Начало этой традиции в 97 году положили. Спустя год после открытия галереи провели первую благотворительную выставку. С тех пор каждый год наполняют пространство атмосферой праздника и сказки. Фантастические существа с головой дракона, пейзажи и даже натюрморты. Чудо-дерево распустилось прямо посреди зала. Вместо листьев и плодов – леденцы. У жюри непростая задача – определить 10 лучших работ. Их авторы будут представлять Реутов на всероссийском конкурсе детского рисунка. Такие выставки мы собираемся проводить ежегодно, в принципе. Сейчас управление культуры разрабатывает направление. У нас будет весной проводиться детско-юношеская, а осенью – молодежная выставка, которая объединит все творческие силы. Выявить лучших художников и познакомить их друг с другом – это задача выставки. Награждают каждого, независимо от того, победил в конкурсе или нет, в качестве стимула к дальнейшему творчеству. Для этого организаторы и призы соответствующие подбирали – наборы карандашей, фломастеры, альбомы для рисования. Тут даже целую галерею детских рисунков собираются организовать, чтобы наполнить Реутов яркими рисунками. Сильная Россия – это культурная и духовно развитая Россия. Дети, которые занимаются живописью, музыкой и наукой – одаренные. Они должны в первую очередь находить поддержку и развитие. И они находят. В стенах городской картинной галереи, в обществе профессионалов. Растить художников с молодых ногтей или хотя бы художественно развивать реутовскую молодежь. Такую задачу перед сотрудниками галереи ставит городская администрация. Вот почему специальные проекты, вроде конкурса рисунков на асфальте, стали традицией. Конечно, хорошо, когда придут бабулечки. Им же тоже хочется прикоснуться к прекрасным, не только в ссоре с соседкой или там с какими-то житейскими неурядицами. Они сюда приходят, как в храм искусства, просто как бы отдышаться. Они соприкасаются с прекрасным, уходят они, как бы новые люди. Кажется, и жизнь не такая серая, как она кажется. А подрастающее поколение, на чем его воспитывать? Я постоянно об этом говорю, и мы как бы этим живем, и цель-то у нас первая, именно на подрастающее поколение. Потому что подрастающее поколение – это наши дети, которые должны воспитываться не только на бизнесе. Она прекрасна.
Конкурс «Новогодние игрушки» – один из самых последних проектов. Полет детской фантазии, представленный в разных формах и материалах, сложно оценить даже профессионалам, членам Реутовского союза художников и сотрудникам галереи. Работы демонстрируют тонкий художественный вкус и разнообразие граней детского таланта, поэтому и оценивать тяжело. Слишком разные работы. Самые большие и заметные украсят две городские елки. Маленькие, но интересные – елку в городской галерее. Но надо выбирать. Число призовых мест ограничено. Всего по 3 в каждой возрастной группе. Следующий этап – творчество молодежи. Оно тоже помощь и поддержку находит. Об этом давно мечтали. Воплотили в жизнь весной 2006-го. В городской картинной галерее фестиваль современного молодежного искусства прошел с большим успехом. Главная цель – показать, как самовыражаются молодые, что их интересует. Кажется, здесь только графика представлена. Это модное, но далеко не единственное направление. Тут и живописные полотна, и эскизы, и фотографии. Вы понимаете, молодежи всегда свойственно как-то самовыражаться. И вот мы постарались, чтобы в этой выставке, в этом фестивале они самовыразились. То есть вот вы сейчас обратите внимание на их работы, вы увидите, что самовыражение самое разное. Авторы работ – студенты, будущие художники и дизайнеры. Многие участники различных фестивалей и конкурсов. Те, для кого выставка, пусть даже и не персональная, знаковые события в жизни. Картинная галерея Реутова для молодых просто находка в плане становления. Здесь можно реализовать любые творческие планы. 245 квадратных метров выставочной площади. Просторные светлые залы, хорошее освещение, большая проходимость. Сюда экскурсии водят и отдельных ценителей прекрасного принимают. Каждый день с 11 до 7 вечера. Зрительская аудитория гарантирована, а значит и общественное признание не за горами. Так ни одну звезду на небосклоне художественного творчества зажгли. Из любителей профессионалов растили. Хотелось бы, говорит нынешний директор картинной галереи Тамара Шеременда, чтобы и маститые художники не забывали. Есть наши реутовские художники, которые в общении с ними мы приходим к тому мнению, что, конечно, им уже наша галерея менее интересна. Это все прекрасно понятно, потому что они сделали большой шаг вперед. Они выставляются в Москве, и им интересны такие серьезные уже знаковые и события, и выставки, и места, и выставки художников, и аудитория, соответственно, и критика, и критическая аудитория. То есть наши придут любители, да, посмотреть на картины, и те любители, и авторитетные личности, авторитетные совершенно имена, которые могут прийти в Москве. Это совершенно разный уровень. Мы прекрасно понимаем этих художников, которые выросли как в колыбели вот в этой нашей маленькой галерее, и, перешагнув ее, развиваются и идут дальше. Галерею открыли в ноябре 1996 года по инициативе художника Сергея Цыганова и при поддержке главы города Александра Ходырева. Он открыл книгу почетных гостей галереи. Ее специально завели к открытию в красном праздничном переплете с золотым тиснением. Александр Николаевич оставил в ней первую запись убористым почерком почти на весь лист. Желаю художникам города Реутова и гостям картинной галереи неиссякаемого вдохновения, полного раскрытия своего таланта и его признания, а посетителям желаю большого удовлетворения от приобщения к культуре, новых вам экспозиций, незабываемых встреч и интересных проектов. Искренне ваш глава города Александр Ходырев. Политик Геннадий Селезнев, певец Николай Басков, актер Валерий Золотухин. В гостевой книге известные на всю страну имена. С восхищением и надеждой и пожеланиями дальнейшего процветания Реутовской галереи. Звезды страны специально приезжали в Реутов, друзей поддержать или в открытии выставки участвовать. Обычные реутовчане, посетители выставок, записывают в книге отзывов своей ассоциации. Несколько страниц мелким шрифтом – это воспоминания друзей, однополчан и ценителей таланта Марка Домащенко. Его выставка в галерее Реутова прошла в 2006-м. Картины «Без багетов» – дар галереи от Музея вооруженных сил. Всего 18 работ. Они много лет не видели свет, хранились в запасниках музея. Эту выставку городской галереи считают главным достижением года, да и, пожалуй, всех 12 лет. Те работы, которые у него хранились в домашнем музее, и он нам всю коллекцию собрал и просто безвозмездно, можно сказать, подарил. Для нас это как бы оценка. Вот мы проработали столько лет,
И вот была самая высшая оценка, вот то, что нам доверили, понимаете? Он не отдал ни Балашиху, ни куда-то, а вот именно в картинную галерею, потому что у нас имидж, потому что о нас говорят хорошо, потому что нам доверяют. Потому что мы действительно относимся серьезно к этим работам. Под специальный проект выставку произведений отдыхающих Центра социального обслуживания «Клён» галерея каждый год выделяет помещение. Это уже традиция. Понимают, насколько важно людям такого возраста самовыражаться. В этом году подборка картин особая. У нас есть группа из тех картин, например, «Лестница свиданий», которые у нас есть в подлинниках. К нам приходят из Клёна, смотрят на наши картины, знакомятся с художниками и делают свои копии. А потом выставляют, смотрят. А посетители имеют возможность сравнить, насколько это интересно и насколько это возможно для них повторить этот опыт, перенять его. Натюрморты, пейзажи, портреты, копии полотен великих художников. Что именно выставлять, на коллективном совете решали. Эти картины не только избавиться от старых болячек помогают, но и на нужный поэтический лад настраивают. На открытии выставки читают стихи, которые навеяли эти картины. Эта выставка для отдыхающих Центра обслуживания пожилых и инвалидов – тоже часть терапии. У нас очень много работ, но мы отбирали лучшие. И постарались учесть всех авторов, которые что-то когда-то за 10 лет нам создал. Поднимать галерею было несложно, чувствовали это дело нужное. Решать проблемы, которых, как обычно, на заре становления было немало, тоже помогала администрация. При первой бытовой проблеме, когда залили соседи, городские власти помогли при первой же просьбе. На каждую нашу просьбу Ходырев отзывается очень положительно, а потом это тоже имидж города. Это плюс нашим руководителям. Это сегодня у галереи есть имя и положительный имидж. А когда-то начинать все приходилось с нуля. А тех, кто это делал, не забывают и сегодня. На столе у нынешнего директора галереи фотографии ее первого руководителя Сергея Цыганова. На самом видном месте. В юбилейный 10-й год своего существования в галерее провели выставку его работ. Он создавал эту картинную галерею. И вот тот год, когда он создавал, он не написал ни одной картины. Только потому, что эта картинная галерея целиком его проглотила. То есть он не может ничем заниматься в параллели. То есть это вот свойство творческой личности. Еще одно свойство творческой личности. Чтобы творить, нужно устраниться от административной работы. Вот почему ровно год после открытия галереи Сергей Цыганов не писал. Когда решил, что больше без искусства не может, ушел в картины, в историю. В наше время наиболее ценно обращать внимание учеников, да и даже собственное внимание, на историю нашей страны, потому что не в обиду сказано и не критикую, там шоу американские по телевидению идут, это как-то несколько затормаживает патриотический ход и какие-то такие целеустремленные движения не только в изобразительном искусстве, но и в духовной жизни человека. У Тамары Шеременды наоборот получилось. Пришла экскурсоводом, стала директором. Составление плана выставок, разработка сценариев открытия экспозиции, работа с художниками, общение со зрителями, контроль материально-технической части. Это не только большая нагрузка, но и большая ответственность. Административная работа – это уже совершенно другое. Это уже бумажки, это уже планы на будущее, это отчеты, это взгляд вперед. Это новые проблемы, это ответственность очень большая. Прежде всего, ответственность, вот взять на себя ответственность – это великое дело вообще. Великое дело здесь уже 12 лет делают. Несут культуру в массы совместно с Союзом художников Реутова, правда, уже бывшим. В июне 2008-го он официально прекратил свое существование. В его составе далеко не только реутовчане. Здесь художники из Москвы, Брянска, Астрахани. Есть даже представители заграничного искусства. Двое уже заслуженные художники России. В будущем, надеются, в картинной галерее в городе появится новое объединение художников. Но это уже будет совсем другая история. Больной вопрос с выполнением уставной деятельности галереи. Хранение картин и их демонстрация – это предписано в уставных документах. С демонстрацией картин все более-менее ясно. Экспозиции каждые 2 месяца обновляют. Стараются показать жителям и гостям города живопись разных направлений и стилей, разнообразную технику письма и жанров. Как профессиональных мастеров, так и художников-любителей. Авторы за год вперед в администрацию галереи заявки подают. Их худсовет рассматривает и принимает решения. В
какое время автору выставочную площадь предоставлять? С хранением картин возникают сложности. В фонде галереи их не один десяток. Все на стенах не разместишь. Нужно отдельное помещение. Надежда только на городские власти. Пространство может сокращаться. Не просто увеличиваться может, а может только сокращаться. В связи с тем, что картин на выставках появляется много, они занимают все выставочное пространство. Как бы, а те картины, которые наши, подарены фонд картинной галереи, они являются достоянием города. Они тоже должны демонстрироваться постоянно, причем мы их демонстрируем. Вот. Но хотелось бы больше площади для демонстрации этих картин. Дополнительные площади галереи не помешают, но здесь реально смотрят на вещи. По сравнению с галереями Московской области, Риотовская одна из самых комфортных, благоустроенных и востребованных. Просторный вестибюль, высокие потолки, большая площадь, разделение на зоны. Администрация галереи мечтает сделать ее еще более современной и наполненной, новым освещением, чтобы ничто не отвлекало зрителя от погружения в искусство. Освещение нужно будет менять. Каким-то делать его современным, персональным в каждой картине. Это такие, скажем, пространства, которые заполнены специально подсветочным таким, подсветочными лампами и имеют различный угол поворота. Мнение, что молодежь искусством не интересуется, ошибочное. Сюда регулярно водят экскурсии. И горящие глаза посетителей – главный критерий, по которому оценивают выставленные картины. С недавнего времени картинная галерея устраивает выездные выставки. Это благодарственное письмо от управы района Новокосино за хорошо организованную работу. За то, что мы такую зрелищную, зрелищную выставку организовали, поставили очень красиво на треноги, нам такое благодарное письмо из Новокосинской управы подарили, наградили. Темой для выездной выставки сотрудники галереи обозначили «Город мой». С изображениями риотовских улиц времен перестройки и с их современным обликом познакомились не только столичные жители, но и те, кто на южной стороне города живет. Для некоторых это стало настоящим откровением. В Риотове работает картинная галерея, а значит, потенциальных посетителей в ней стало больше.